Россия видит решение конфликта на Азербайджано-армянской границе в запуске процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. Как передает канал 13, об этом говорится в комментарии МИД Российской Федерации. Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации Азербайджана-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе, подчеркивается в сообщении. В МИД Российской Федерации отметили, что Россия внимательно следит за ситуацией на Азербайджано-армянской границе и поддерживает оперативные связи по линии военных и пограничных служб. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией. Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран, указали в российском министерстве.